загрязненная химией, продуктами ядерного распада, а также вследствие воздействия электромагнитных шумов, вода теряет свои биологически активные свойства. Ученые называют этот феномен патогенная или мертвая вода. Такая вода губит здоровье и способствует возникновению опасных болезней. В результате 20-летних исследований учеными-биофизиками Казахстана под руководством профессора Виктора Михайловича Инюшина в области извлечения и получения гидроплазмы был разработан инновационный продукт Water for Life – концентрат для приготовления биогенной или живой воды, в состав которого входит биологически активное вещество биофлавоноидного комплекса, способный остановить губительное воздействие мертвой воды. Достаточно добавить несколько капель Water for Life в обычную питьевую воду, и вода станет биогенной, то есть живой.